Коллеги, добрый день. С вами Сергей Наумовский в рубрике «Совет недели» на канале «Автомаркетолог». Сегодня у нас будет вторая серия лучших практик взаимодействия с клиентами в интернете, используя специальное интервью, которое записал для нас один из ведущих экспертов по продажам и лидерству в дилерских центрах Тим Кинс. Если у вас не было возможности посмотреть первую серию, она доступна на канале «Автомаркетолог» в моем предыдущем сегменте «Совета недели». Итак, давайте посмотрим, что еще рекомендует Тим Кинс при взаимодействии с клиентами онлайн. Еще один прием взаимодействия с новыми интернет-лидами – это отправка нескольких вариантов. 36% покупателей новых автомобилей и 55% покупателей автомобилей с пробегом рассматривали обе опции. Однако более 70% клиентов в итоге приобрели другой автомобиль. 70% покупателей, даже больше 70%, изменили свой выбор. 4 из 10 клиентов, интересовавшихся новыми автомобилями, приобрели автомобиль с пробегом. Это свидетельствует о гибкости мышления и готовности клиентов рассматривать разные варианты. Наша проблема в огромном количестве необходимых фотографий и описаний автомобилей. Выбор подавляет. Я понял это, когда открыл сообщение электронной почты на компьютере. Неважно, большой у него был экран или маленький, квадратный. Суть в том, что сообщение гораздо удобнее было читать на компьютере, чем на смартфоне. Множество вариантов способствует или мешает заключению сделок. Допустим, вы прислали мне описание 5 разных автомобилей. Но я не намерен просматривать это все. Не усложняйте. Меньше – лучше. Рассылая многочисленные предложения, вы сливаетесь с остальными дилерскими центрами. Не будьте как любой другой дилер. Безусловно, если так хочет ваш начальник, вы это сделаете. Но вы можете исключить избыточные сведения, составить более краткие описания и убрать лишние фотографии. Вы должны побудить клиента позвонить вам. Проявляйте творческий подход. И оставайтесь уникальными, когда составляете и отправляете ваши сообщения. Свет, камера, мотор. Наверняка вам это знакомо. Раньше снять видео было очень непросто. Это был полномасштабный проект. Теперь видеокамера есть у каждого. Видео решает. Если хотите максимально повысить эффективность коммуникаций, активнее пользуйтесь этим приемом. Регулярно отправляйте клиентам видео. Я говорю о живых, естественных видео. Снимайте видео, обходя автомобиль со смартфоном в руке, и отправляйте всем клиентам. 65% клиентов придают видеороликам большое значение в процессе поиска и покупки автомобиля. В некоторых дилерских центрах, с которыми я сотрудничаю, внедрили практику съемки видео для клиентов. Мы отправляем персонализированные видео каждому лиду. Когда мы отправляем их по e-mail, 80% открывают их. Это означает, что из 100 отправленных видео просматриваются 8. Если отправить такие же видеоролики в текстовых сообщениях, 83% будет открыто и просмотрено. Неизбежно работает, если сделано верно. Итак, после получения интернет-лида, цифрового лида, не имеет значения, откуда он, с вашего веб-сайта или с классифайда. Неважно, чем интересуется клиент, новыми автомобилями или автомобилями с пробегом. А может, он просто хочет задать вопрос. В любом случае, отправляйте клиентам 20-30-секундные видео. Когда записываете видеоролик, не снимайте только себя. Это нужно не вам, это нужно клиенту. Как можно чаще обращайтесь к клиенту по имени. Покажите, что цените его, и будьте естественны. Коротко и по делу. Это что отличит вас от конкурентов. Итак, вы получили интернет-лид. Если клиента интересует автомобиль с пробегом, не отвечайте на его запрос сразу. Встаньте и выйдите на парковку. Возьмите телефон. Направьте камеру на автомобиль. Начинайте снимать спереди и двигайтесь по часовой стрелке или против нее. Это короткое видео, общий вид автомобиля.
Если на стекле автомобиля с пробегом размещен ценник с характеристиками, в конце видео он должен появиться в кадре. Если речь идет о новом автомобиле, записать видеоролик нужно именно на этом автомобиле. А если клиент задал вопрос общего характера, поверните телефон к себе и продавайте свои преимущества перед конкурентами. Итак, клиента интересует автомобиль с пробегом. Для каждого лида 20-30-секундное видео. То же самое относится и к новым автомобилям. Для каждого лида 20-30-секундное видео. Общий вид автомобиля. Вы не продаете автомобиль, вы продаете эмоцию. Продавайте свое преимущество перед конкурентами. Рассказывайте об уникальных услугах, которые предоставляет только ваш дилерский центр. Так вы сможете выделиться из толпы, и клиенты к вам потянутся. Эта практика должна быть не эпизодической, а постоянной. Отвечая на каждый цифровой запрос, находите возможность отправить каждому клиенту видео. Итак, посмотрев эту информацию, давайте разберем и отметим, что критически важно для взаимодействия с клиентами онлайн. Не усложняйте, меньше лучше. Рассылая многочисленные предложения, вы сливаетесь с остальными дилерскими центрами. Исключайте избыточные сведения, составляйте более краткие описания и убирайте лишние фотографии. Вы должны побудить клиента позвонить вам. Проявляйте творческий подход, когда составляете сообщение. Оставайтесь уникальными. Видео решает. Регулярно отправляйте клиентам видео. Живое и естественное видео. Снимайте видео, обходя автомобиль со смартфоном в руке, и отправляйте клиентам. Неважно, чем интересуется клиент, новыми автомобилями или автомобилями с пробегом, а может он просто хочет задать вопрос. В любом случае, отправляйте клиентам 20-30-секундные видео. Когда записываете видеоролик, не снимайте только себя. Как можно чаще обращайтесь к клиенту по имени, коротко и по делу. Покажите, что цените его и будьте естественны. Для каждого лида 20-30-секундное видео, будь то автомобиль с пробегом или новый автомобиль. Вы не продаете автомобиль, вы продаете эмоцию. Итак, коллеги, мы посмотрели вторую серию лучших практик взаимодействия с клиентами в цифровом мире. Жду вас на следующий сегмент «Совета недели», где мы покажем третью серию, заключительную серию советов от Тима Кинца.